Всем привет, ребята! И вы на моем канале. Я сегодня Инала. Я хочу сегодня снимать влог, как это мой первый влог. И у меня как нет подписчиков, то, наверное, скоро будут. И вот. Я тут дома сижу, сейчас проснулся. Сейчас время у нас 8:47. Ну, почти 9. Простите за мой внешний вид и за мою ручку, потому что просто не хочу вам сказать. Не хочу вам сказать. Вот. И это вчерашняя прическа, которую я вчера в школу так пошла. Ну, вроде не так, немножко. У меня хорошая была, как сейчас. Я ночью с ними спала, и я просто так. И сегодня я хочу еще снимать видео. Два видео хочу я сегодня снимать. Первое видео будет это мои любимые блогеры, а уже второе это будет моя косметичка. Я уже моя, что в моем рюкзаке было. Я еще хочу снимать видео, что в моем педальчике. Это такое мини-видео будет. И простите за мой голос, еще я просто сейчас болею. Но ничего. Сегодня у нас среда. Да, сегодня у нас среда, и этот влог, когда выйдет, я не знаю, потому что у нас в школе очень много, просто много домашних заданий в Твиттере или что-то еще. Как сейчас у нас в школе что-то случится, мы еще сейчас в другом школе учимся. У нас вот в своем городе еще одна школа была, как я раньше у нее просто учился, это очень хорошо было. И сейчас с нашей школой что-то случилось. И мы сейчас в другом городе учимся. Нам придет автобус, и мы туда идем. Нам очень просто жесть. Вот. Вот так. И давайте уже начинаем наш влог. Поехали. Вот, ребята, я уже чистила зубки. И я была в макияже. И я уже стирала. Вот. Ну. Вот, и сейчас буду уже позавтракать. И сейчас время уже у нас 9. Мне еще нужно сделать уроки, как вчера ночью в 8 у нас света не было. Я не могла сделать урок. Сегодня буду сделать урок. Вот. Короче, ребята, я уже покушала. И сейчас хочу сделать уроки, как вчера я вам сказала или нет. Как вчера у нас в 8 вечера света не было. Выключился свет. И я вчера не могла сделать уроки. У нас сегодня 6 уроков. У нас просто классная погода. Сегодня у нас погода такая очень классная. И вот, и я сегодня не хочу... Хочу без макияжа пойти в школу, как я. Один раз, нет, два, 3 года я без макияжа пошла. 4 года. Это первый, второй, третий, четвертый класс. И до 5-го я уже сделала макияж. И наши учительницы ничего не сказали, но мои подружки никогда не сделали. У нее еще вот такие очки есть, и у меня очень такое нехорошее зрение. И я еще один, еще я надену линзы. Но как-то я сегодня не хочу надеть линзы, не хочу даже с очками. Хочу сегодня какой-то современный пойти. И вот, я сейчас буду уже сделать уроки. И вот, давайте уже начинаем. Много не говорить. Вот. Еще, ребята, я хочу этот влог на 2 дня снимать, если я могу. Вот. И сейчас уже время.
Сейчас время 9:23. 9:30, да? И как я уже втором сегодня учусь в школе. И поэтому просто для меня это класс. Если бы вчера света не было, то я не могла сделать уроки. Еще сегодня бы я из всех предметов тройку получила. И вот. И вы вчера не могли в компьютере сидеть, как вчера в два группе учимся по информатике. И просто наша учительница не прошла. Вот. И давайте уже приступим к домашней задаче. Короче, ребята, я сейчас сделаю уроки. Простите за мой голос. Я сейчас по математике делаю. Я чертю вот такие штучки, которые просто нужно чертить. Это у нас новая тема. Это мне не очень непонятно, но все отлично будет, наверное. И вот, и мне нужно еще по математике и по еще одного предмета. И я сейчас уже сделаю математику. Вот. Короче, ребята, я уже по математике тоже закончила по еще одному предмету. Я еще забыла русского языка. И сейчас я сделала русский язык. И вот. И сейчас уже время 10:30. Вот. Вот у нас просто погода жесть. Я сейчас вам как-то покажу. Наверное. Короче, ребята, просто наша погода жесть. Вот там тоже. Как я вам уже показала погоду, у нас такая жесть погода. И я не знаю, что мне надеть. Просто, ребята, я не знаю, что мне надеть. И у нас немножко даже не. Ну, чуть-чуть, как капли. И вот. Просто если сижу по русскому языку, не могу делать. И вот. И после этого задания я немножко в телефоне сижу. Без проблем. Сижу в телефоне. И буду потом уже снимать еще какое-то видео. Надеюсь, буду снимать или нет. И вот, и давайте уже поскорее сделать домашнее задание и сидеть в телефоне. Короче, ребята, я забыла про влог. Да, я просто не могу какой-то влог снимать. Сейчас время до 1, осталось 15 минут. Я уже сделала свои дела, еще там сделала все домашние задания. И сейчас я ем конфетики, просто класс. Ем сейчас конфетики, а потом уже иду в школу. И сделаю вот такую прическу, а потом ее одену и иду в школу. Как сейчас я вам уже говорила, я сейчас в другом городе учусь, что-то с нашими школами. Нам сейчас учительница не разрешит в школу отвезти наши телефоны. Как вот в другом городе, вот другие люди, они украдут очень много. Уже 5 людей, они уже украли телефон. Я не хочу свою вот эту телефон кого-то отдать и все далее. И вот. Вот так. И сейчас ем кофейки. Просто классный кофет. Просто. Короче, ребята, я уже надела такую сделала причесочку и надела вот так. Синяя жандра, белая кофточка и
юбка и черные колготки, как сегодня у нас очень жесткая погода. Я сегодня одену еще курточку. Сейчас вам покажу. Делаем вот синий жемпер, лампочку и черные колодки. Вот. И сейчас еще одену куртку. И надела вот такую курточку. Вот такая еще. Просто кайф. Я уже пошла в школу. Всем пока-пока. Встретимся, когда я уже приду из школы. Короче, ребята, я пришла сейчас домой. Просто жесть, я просто устала. Сегодня у нас была история 2 часа. Просто история 2 часа. Ну и как я по истории 5 получила, но все равно. Как у нас, как я вам уже говорила, в нашем новом школе, почти в моем новом школе, пришли американские девушки, мальчики, и они немножко по-американски говорят, но я ничего не понимаю. И вот. Короче, я сейчас буду уже вот эту всю форму буду, ну, по-домашнему буду переодеваться. И вот, и сегодня у нас 6 уроков, а сейчас время 8. Мы вышли из школы в 7:30, 7:30, ну, в автобусе мы были 30 минут. Вот. Сейчас буду уже переодеваться по-домашнему. Короче, ребята, я сейчас делаю уроки. Я сейчас делаю по математичке. Вот, по математичке. И сегодня мы написали вот эту и вот это все. Почему? О, вот. Я сейчас буду делать уроки, я сейчас вам покажу, что нам дали. Нам дали вот этот. А вот этот мы в классе писали, а вот это домашний робот. Я уже закончила по математике. Сейчас буду уже русского литературу. Мне нужно просто выучить. И все. Вот. Сейчас вам покажу. Вот. Я уже закончила. Вот. 176 и 76. Закончила, сейчас буду по русскому литературу. Твой пеналик новенькая. Яички, вот моя солик так выглядит. Короче, ребята, мне нужно это все выучить, просто это все. Вот это все. Просто класс. Моя сама литература. И это было просто классное окно в мире. Просто классное окно. Сейчас время у нас, как видите, я просто здесь наклейку наклеила. Вот. Нет, это неправда. Сейчас время у нас 8:52. Почти. 9. Сейчас это все вместе с вами выучим. И конечно же, с моим... Как же без моего Мишечки? Если вы еще не знакомы, то знакомитесь. Короче, ребята, вот я этого... Мне, я еще забыла, что мне нужно вот это пересказать. Еще вот эту. О, идеальненько. Кто не показывает. Короче, вот эту одну. И вот эту, конечно же. И вот эту.
И вот это, и вот это, и вот это. И вот это. Вот сейчас уже будем пересказать. Конечно, идеально. Короче, это... Я просто устала. Просто жесть по литературе делаю. Просто пишу. Всем покажу, что я пишу. Вот этого вы видели? Просто вот этого вы видели? Просто жесть, ребята. И теперь вот это, вот этого листочком первым буду писать. И просто жесть. Вот. И сейчас хочу просто спать. И вот. Короче, какая-то моя камера. Что-то не себе сегодня. И вот. Хочу спать просто. Еще я просто сегодня хотела снимать видео. Но я сегодня хотела про мою вот столе снимать. Но как-то сегодня не могу. Наверное. Сейчас еще подумаю немножечко. И потом. Вот. И просто кайф. И как вы сейчас видите, я себе линзы надела. Просто теперь я хорошо вижу. Вот. Ну, просто для фоточек немножко. Потом уже уберу. Вот. Короче, ребята, я уже пофоткалась. Она уже надела по-домашнему. Села линзы. Вот. И я уже выкладывала в Инстаграм. Я тут сейчас думаю, что мне завтра надеть. Просто моя... Завтра моя самая любимая день в мире. Думаю. И мне нужно завтра стать красивой в школе. Да. Вот. Короче, ребята, я сейчас уже спать. Я еще не делала уроки. Завтра буду делать. Я, как вам уже сказала, я буду влог 2 дня снимать. И вот, всем доброго вечера, и добрый день, и доброе утро. Короче, встретимся уже завтра. Всем пока-пока. Всем доброе утро, ребята. И вот, я еще сегодня снимаю влог, как я вам вчера сказала, что я хочу 2 дня снимать влог. И поэтому... Я сейчас проснулся, не обращайтесь на мой взгляд, я просто сейчас болею. У нас сегодня солнце, просто классное солнце сегодня. И я, как вам вчера показала, у нас просто жесткая погода была. Поэтому... Сегодня у нас погода просто кайф. Но я сейчас немножко настроена, потому что я просто не хочу вам сказать, это моё, наверное, личное. Я сейчас вам покажу нашу погодочку. Короче, ребята, у нас никаких облаков нет, просто кайф. Вот. Я сейчас, ребята, проснулся. Я сейчас буду побирать по моему постели. И вот. И потом уже позавтракать. И еще немножко побирать по дому. Делать уроки. Собираться в телефоне сидеть, конечно же. И монтировать видео. Я вчера ночью вы один. Ночью спала. Я с вами попрощался, а вы... 10
11, а до 2 часа я просто видел сериал, монтировала видео, скоро выйдет. И вот, ребята, короче, просто кайфала, кайфуала, кайфуала. Короче, всем пока. Встретимся, когда я уже буду делать урочки. Короче, ребята, я уже побирала по вот меню постели, побирала еще везде. Я сейчас буду уже чистить зубки, а потом уже позавтракать. Вот. Короче, ребята, я уже сейчас пришла из магазина. Я пошла в магазин. И сейчас я еще купила вот такие пирожные. Пирожные такие. Такие пирожные. Я купила 6 штучек. Это сегодня я с собой беру в школу. А 5 это, конечно же, для родителей, бабушек. Еще купила вот таких маленьких, ой, таких маленьких конфетиков. Просто я купила 1 килограмм. Ну, сегодня вот этот трой возьму. Вот, сейчас я не могу снимать. Вот, это мне. Это одному подружкам еще. А это моего самого близкого подружка. Просто мы втроем будем есть. Это, конечно же, я сама буду есть, наверное. Если никто не увидит. И вот, простите, что я не снимала в этом магазине. Я где поехала и что-то это сделала. Я просто хотела снимать, но когда я вот в магазин зашла, я хотела просто вот так на телефоне сидела, и я в камеру и просто так снимала. Тогда один охранник пришел и сказал: «Что вы делаете, девушка?» А я просто говорю: «Ну, просто так, у вас такая хорошая магазин, я просто пофоткаю и в Инстаграм выложу». Она скажет: «Нет, то штраф будет не снимать». Еще камера была, и потом я не снимала. И простите, ребята, наверное, вы не обижаетесь на меня. Я сейчас буду побирать по дому. Потом уже делать уроки и сидеть в телефоне. Вот. Короче, ребята, я сейчас пришла из школы. И, пожалуйста, не обижайтесь, что я не снимала. Как у нас еще утром света не было. И мне выключился телефон, сейчас у меня зарядка стоит. И просто я не могла спать. Я прошла из школы в 7:30. Нет, 8 прошла. И сейчас сижу. Я сегодня буду заканчивать уже влог, как у меня влог уже такой будет такой долгой. 20 минут или 25 или 30 минут, как. Я таких влогов никогда не видела в жизни, но вы скоро видите. И вот, ребята, почему у меня вот так свет? Нормально. И, короче, ребята, я уже ужинала. Сейчас сделаю уже по-английски. Я уже по естествознанию сделала. Я сейчас вам покажу, что нам дали. Дали вот этот. Я уже почти вот этого уже закончила. Я в школе закончила. И я сейчас вот это 6-й экзерсайз. Это немножко сложновато, но справимся, как и из этого. И, короче, вот. Вот мы еще экзерсайз 6. Ну, короче, третий. И вот пятый. Я еще прошла D. Тут после D у меня идет и F. Потом уже 6. Короче, ребята, сейчас уже вечер. Я села по естествознанию. И мне нужно еще завтра сделать по русскому, по
английскому и, конечно же, по математике. Я сегодня как-то не хочу, поэтому я сейчас буду уже спать, ребята. И это уже все. Я уже снимала влог, уже 2 дня снимала. И, ребята, если вам этот влог понравился, либо раз, то, ребята, поставьте пальчики наверх. Я вас для вас очень старался и старался. И подпишитесь, конечно же, как же без этого, чтобы не пропустить мои новые видео. Как я сейчас знаю, немножко такая новенькая, поэтому немножко не могу так немножко что-то не понимаю. Поэтому скоро буду уже понимать, ребята. И еще, ребята, на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И, конечно же, ребята, на мой инстаграм. Я вчера с вами была Айна Лав. И вот все, ребята. Всем пока-пока.